Ительменский обрядовый праздник «Алхалалай-2020» прошел на Камчатке в воскресенье 27 сентября. По традиции, ительмены отпраздновали окончание лета, поблагодарив природу за урожай – рыбу, мясо, ягоды, грибы. А также принесли дары Хантаю, оберегающему от злых духов и очищающему от грехов. На праздник коренных народов Камчатки приехали и первые лица региона. Я очень рад, что, несмотря на все сложности в 2020 году, которые выпали на нашу долю, мы все-таки здесь собрались и наш традиционный праздник Алхалалай отпраздновали в том виде, как мы его уже более двух десятилетий здесь, в этом уголке замечательном Елизовского района, проводим. Это поддержка и развитие традиций, популяризация обычаев, которые были укоренены среди народов, коренных народов Камчатского края. Это наше богатство и наша опора в дальнейшем развитии. Именно так я его вижу, и именно так мы будем его продвигать и в дальнейшем. Я хочу в связи с этим поблагодарить тех, кто многие годы вкладывает свой труд в организацию этого замечательного праздника, и пожелать всем вам сегодня, конечно, здоровья. Мы сегодня традиционно, в соответствии с традициями, делимся урожаем, оцениваем его, обмениваемся лучшими пожеланиями. И сегодня мне хочется каждому из вас пожелать здоровья, благополучия в семье и процветания. И тогда и Камчатка наша будет процветать и идти вперед. С праздником вас, дорогие друзья! Как отметил замруководителя агентства по внутренней политике региона Виктор Махиня, Алхалалай – один из самых главных праздников коренных народов края. Праздники общин, праздники духа, праздники культуры – это очень хорошо. Но Алхалалай является жемчужиной этих праздников. Спасибо вам за сохранение традиций. Культура – это великое дело, которое нам досталось от предков, и нам передавать культуру нашим детям. Спасибо вам за это. Низкий поклон. Счастья вам, здоровья вашим семьям и процветания Алхалалаю. Алхалалай! Поздравил ительменов и гостей праздника глава Елизовского муниципального района Сергей Тюлькин. Это наши друзья, которые каждый день с нами вместе продолжают идеи земли родной Камчатской. Помнят о всех праздниках. Мы встречаемся и стараемся всегда поддерживать любое начинание на нашей земле. Я от всей души вас поздравляю. Осенний ительменский праздник Алхалалай был восстановлен в ноябре 1988 года в ительменском селе Кавран. Но уже больше 20 лет он традиционно проводится в селе Сосновка Елизовского района, в этнографическом ительменском стойбище Пимчах, хозяйкой которого является Вера Ковейник. Всю свою жизнь Вера Иннокентьевна посвятила возрождению ительменских традиций и языка, популяризации ительменской культуры в целом. Вы слышите, как кричат Алхалалай? Алхалалай, кричат мужчины, а женщина кричит ау-у. И получается сколько гласных? Ау. Получается ау, кричат мужчины, ау, кричит женщина. И далеко в небе получается две энергии встречаются, энергия любви мужской и женской. И ее столько много, поэтому на праздниках говорили, кричите громко. И они кричали «Алло!», кричали, спрашивали, и там встречались. Это, как сказать, с духовной стороны. Для гостей праздника была подготовлена интересная праздничная программа, в которой принимали участие творческие коллективы Камчатки. Песни, танцы, легенды и сказания. Прозвучали и мифологические сказки о Кутхе-вороне, прародителе ительменов. Гости праздника остались довольны мероприятием. Сейчас вот мы приехали на этот праздник Алхалалай, довольны, рады, что есть возможность, что люди соблюдают свои традиции. Атмосфера праздника просто шикарная, первый раз здесь, вот случайно
от автобуса, ну, от областной библиотеки. Вот случайно прочитала объявление и как бы попала сюда. Очень хорошо выстроена, я музыкальный руководитель, как бы мне это все близко, то есть, ну, как бы это сценарию, все отлично, все вообще шикарно просто. Мне очень понравилось. Я не пожалела, что приехала сюда. Ты не первый раз уже на там празднике нашем камчатском. Довольно-таки интересно по-своему. Хороший такой праздник, наш камчатский. Много разных артистов. Хотелось бы, чтобы почаще такой праздник проходил. Праздник очень хороший, насыщенный. Столько гостей из других регионов, смотрю, приехали. И калмыки, смотрю, выступают. Детишки очень сегодня порадовали танцев. Очень много красивых показали. Ну, так, в общем, очень позитивная, положительная атмосфера здесь. Все хорошо, все нормально, очень нравится, особенно детям, внучкам. Я вот с внучкой приехала, мне очень нравится. Праздник великолепный. Нам нравится очень, ему не первый раз уже. Погода, да, природа, люди. Нам очень нравится, все чудесно, и хорошо, что погода действительно нас не подвела. Завершилась праздничная программа общим танцем всех участников и гостей. Напомним, что обычно изюминкой праздника считается открытый чемпионат по танцам коренных народов Камчатки. В 2020 году он прошел в сокращенном формате. А в 2019 году Алхалалалай завершился новым рекордом по непрерывному танцу коренных народов полуострова. Участники танцевального марафона двигались 17 часов 5 минут, что на 4 минуты дольше, чем в 2018 году.